субботу в Самарской области пасмурно, временами дождь. Температура днем плюс 15, ночью плюс 13. Ветер западный порывистый до 10 метров в секунду. В Сызрани днем дождь плюс 18, к вечеру плюс 13. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. В Тольятти облачно, дождь плюс 18, ночью плюс 14, ветер западный 5-7 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, дождь плюс 17, к вечеру плюс 12, пасмурно, ветер западный порывистый 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.